Всем привет! Сегодня наше видео посвящено вашим усталым ногам. Эти упражнения, этот комплекс упражнений можно делать в конце рабочего дня, когда ваши ноги отекли и устали. И эти упражнения также вам помогут при начальных стадиях варикоза. Итак, поехали! Наш комплекс очень простой. Вот наш подопечный. Первое, что мы делаем, мы разогреваем мышцы все, стопу и переднюю, заднюю часть берцовой. Поднимаемся на носочки полностью, поднялись вверх. Опустились вниз и подняли стопы вверх. Вот такими вот легкими перекатами вверх-вниз мы разогреваем все наши мышцы, готовим мышцы, стопы. Ваши мышцы начинают работать и активнее уже прокачивать и откачивать вот застойные явления с ваших икроножных мышц. Это упражнение стоит выполнять порядка 1-2 минут. Следующее. Вы берете обычную гимнастическую палку. В домашних условиях ее можно заменить чем угодно. Ложите перед собой. Надавливаете одной стопой и плавно прокачиваете вперед-назад. От самой пятки до кончиков пальцев, до подушечек. Вперед-назад, но при этом обязательно нужно надавливать на саму гимнастическую палку. Одна нога, потом сразу вторая. Тут можете делать до тех пор, пока вы перестанете получать удовольствие, поскольку это упражнение очень приятное. Сразу после этого нам нужно активнее разогреть мышцы и стимулировать ваши нервные окончания. Вот именно это небольшое приспособление сделать так, что вы почувствуете мурашки не только в самой стопе, но и даже на затылке. Так, становимся, нажимаем на него и прокачиваем вперед-назад, стараясь задействовать все самые уставшие участки вашей стопы. Вперед-назад. Можно делать даже чуть-чуть быстрее это упражнение. Одна нога, потом сразу меняем ногу. Это также можно делать порядка 1-2 минут или до тех пор, пока не перестанете получать удовольствие от упражнения. Для следующего упражнения мы будем использовать другой инвентарь, вот такой вот мячик, но его можно заменить также обычным массажным. То есть, что тут нужно сделать? Первое, он немножко сильнее и глубже прорабатывает мышцы свода стопы. Мы точно так же нажимаем и прокатываем вперед-назад. Сам этот инвентарь, он немножко глубже прорабатывает мышцы, и от него ощущение гораздо сильнее. После этого мы немножко простимулируем свод стопы. То есть мы вот обхватываем как будто пальцами и поднимаем. Только это все нужно сделать самостоятельно. Если вы будете делать это босиком дома, то у вас наверняка через какое-то время получится это сделать самостоятельно. Одна нога, затем вторая. После этого вы можете также использовать или вот такой ежик, но у нас есть специальный триггер-поинт, который поможет нам расслабить нашу стопу. Мы нажимаем. И прокатываем медленно вперед, назад. Также порядка 1-2 минут. После завершения этого комплекса желательно лечь полностью на пол, ножки поднять вверх, положить на стул, на кресло, на диван и отдохнуть порядка 10 минут. Это увеличит отток от ваших икроножных мышц и избавит вас от всех застойных явлений. Надеюсь, вам было полезно наше видео. До новых встреч!